Друзья, всем привет. Итак, продолжаем. Как мы знаем, с нашей базы сбежало несколько детей. И мы теперь узнали, как они сбежали. Короче, они пробрались в контейнер. Контейнер и вертолет увозил на берег. С помощью таким образом они сбежали с нашей базы. Теперь нам надо их вернуть. Давайте возьмем задание. Это сбежавшие дети. Рейтинг повысился у нас здесь. Вот. Поезд сбежавших детей. Давайте отсюда начнем. Так. Здесь, конечно. И сейчас мы... Ну... Проверим прикид. Вот у нас. Какой прикид у нас появился для нашей молчуни шоуни. Давайте посмотрим. Это что, серебрянка какая-то? Специальное боевое снаряжение. Ага, туда Вилли завоевал. Нифига себе. Слепляет. Ну ладно, пускай маник будет таким образом у нас. Тут какой-то, блин, стальной химик, блин. Так, ладно. Так, если мы отправляемся к детям, то по-любому там они будут не одни. Мы футончик прокачали еще специально для детей. Теперь с помощью футона можно детей забирать на базу. Раньше нельзя было детей брать. Теперь можно. Вот как у нас гранатомет, то есть прокачался. То есть там его улучшили. Обычно тоже. А, нет, не улучшали, это с прицелом улучшили. Ну ладно, пока это ставим мы. Это дробовики у нас кем поулучшались? Нет. Фонарики. Так, вот винтовочки у нас здесь вот это вот улучшено. Да, 40 патронов. Глушаком. Тоже недавно приобрели ее. Ну вот еще какие, это еще нет. Хе-хе-хе. Прикольно, прикольно. Давайте возьмем эту новенькую. Вот эту вот. Что там, пулемет, да пулемет-то. Так, вот оглушителя нету. Вот это тоже. Давайте. 40 патронов, конечно, нормально. За место пулемета постреляем со снайперки. Оглушителем. Ну, давайте эту тоже покемперим, попробуем, если нам дадут, конечно. Ладно, танк пускай будет. Пока у нас есть там чуть-чуть. А, вот тут есть, можно ракетами шмалять, можно и стрелять. Такая БТРочка обычная. Тушечка там, ладно, пускай танчики будут у нас. Чё нам, блин, париться-то? Так, ну ладно, начинаем. Молчу не, бля, серебряночка наша. Паразиты у нас еще не прокачались. Все прокачается. То есть будет доступно нам они. Так,
туман, камуфляж, там броня, что-то еще. Какая красотка-то. Опять темно. Светло. Сейчас мы сигарку покурим. Так, наш танчик стоит. Красавчик. Тихо-тихо-тихо ранее. А я считаю, что тут турелька. Прыгай. Цветочки подарил, ну иди сюда. Красочка убежала. Даже поле босса не дали, но не дала, то есть. Ладно, потом нам, она нам даст. Так, ладно. Давайте посмотрим. Ну, конечно, без прицела она пока. Закуриваю, блин. Курение вредит здоровью. Да? Это сигарка непростая. Все тормозит. Может, вот она не тормозит? Так, более-менее пойдет. Так, детишки, детишки. Какая там граната тут? Где же у нас здесь находится? Вот ты. Опа! Вертушка летает. Да. А мы гранатометы все поубирали. Вот, у нас танки есть. Ой, вот с танками. Батлеж сбиваем вертушки с танками. Что здесь там сбить? Погнали, помчались на бойню. А детей будем поубивать. Случайно. Не специально. Первым делом мы выносим неизъявленную тушку. Так. Даже разорвутся. Попробуем залом один сбить ее. Там заводик. Надо разворачиваться. Блин, как вовремя ты едешь. Ладно, ну, проезжай. Ай, я блин, попутал. Так, честно. Слушайте, Танка пипец. Блин, за тачки. Всю малину нам испортили. Ха-ха-ха. О, да. Чем он тебе сейчас говорит? Да убери ты тут. Попробуй снайпер снять. Ой, снайпер снять. Нет, нет, нет. Конец, я это все понял. Мы ее только раздраконили. Так, капитан, хорош буянить. Сзади, что ли? Уже поболели. Да, проиграли, короче. Тут вовремя.
тачка, этот грузовик выехал, блин. Снейк, are you okay? Снейк! Только прицелился, все так нормально, блин. Херакса бум. Так, танк на месте, да. Опять темнота. Какой хер, почему вся темнота, блин? Вроде летим по светлу, блин, утром, блин, прилетаем, что, ночью, что ли? Хорош себе курить, блин, сдохнешь, ты покурил. Да, блин. Ну чё мы будем, блин, тогда? Please supplies requested. Базуку заказывал, блин. Потом снайперку перезакажем. Как стрелять. Еще болтовка, блядь. Supply drop complete. Херня какая-то. Звуки издают он. Убить бы его. О, пролетел уже. Так, ну сейчас это у нас вопляж, бля. Если бы не эта тачка, грузовик бы сбили вертушку. Опять поедет. Пускай проедет. Это же он вроде там едет. Патрулирует. Краешку света. Там тоже стали, но она проехала. Сейчас проехала. Должна проехать. Типа танк не рабочий, сколько подбит, пушку вниз, все, устала. Да, тихо, ничего не бывает. Проехал, отлично. Метушечка-то наша. Да, мушечка. Сейчас его сам вылетит и не чпокнули. Попали же. Блин, ну перегрев у нас, если пипец. Блин, ну стреляй же перегрев, пипец. Отлично. Это живучая такая.
перезаряжай. Где мы? Куда она делась? Да ну что ли это? Очень, ну у тебя же снайпер есть, может. Ладно, там посрать. Это не для вертушек, блин. Снаряды как-то мимо пролетают, как-то все в точку пуло. Пулемет прибивается и потом не включается. Ну что ли, значит, да? Чинится, блядь, в него. Дыряк, что ли? Ну как не попал-то? Пролетел в снаряд прям. Быстрее. Ай, тупин ты, Снейк, блядь. Снейк, are you okay? Снейк! Короче, ладно. Делаем сейчас все попроще. Пока он пизредит, пока он сюда вытащит, ставит, блин. Опять темно, да, блядь. Ну, засунем тоже сигару себе в жопу, чтобы где-нибудь сам настал. Всем бросаем нахер. Летаешь. Базука не нужна. Проще сейчас сделаем. Мы посмотрим, кто кого. Тормози, блядь, подходим, что ли. Please select a strike point. Мочи. Support helicopter requested. Там он, блядь, за воздушными боями. И вертушки. Против пехоты и вертушки. Наша вертушка тоже нормальная, прокачанная. Броня там такая слабенькая. Пока. Мы еще поможем. Что там, долго будешь лететь-то? А сейчас машины нету. Ну, были приколы. Как стреляешь по ней, она пролетает снаряды, как так? Блин, какой-то тупо ментально попал, блин. Надо мочи так прихожу сюда. Или здесь не как в ботли надо повыше брать. Здесь пофиг, как GTA прям, блин. На расстоянии посрать, только цель только и все. Походу так и есть. Пока в GTA. Это вот и надо рассчитать сюда. Расстояние. Гитально ничего считать надо, только стреляю сюда. Понятно. Постоянно пока воюет. Пулеметики соберем. Ну дети-то где-то там зашкирились. Там посмотрим, что так идет. Ну, не перелёг.
сейчас под меня убежит какой-то хунтом. Опа, опа, достал. Ага. Размечтался. Снимал. Сзади. Что же, целился опять. О, снимал. Шах уже быть, жахнет. Да, нет. Тупо на овцы стрелять. Расстояние на все насрать. Понятно. Нет, мы как батле надо все рассчитать, повыше взять. Угу. А, что, стопли что ли? Туда забрать? Ладно, я с вами. Нацелился на нас того, блин. Хочешь встать, что ли? Дурак, что ли? Что, сдох, что ли? Буду там много отстрелю. Ну, в принципе, все, что я хотел спасти, смотри, на бучки есть. Так, ну, что же, вот это у нас. Ну да. Железная. Нюхаться. Так, ладно, где детишки? Куда будем бежать? На нефтебазу будем. Да, знаем, что здесь творится на этой нефтебазе. Все там трупов было. В том здании. Машинка так стоит. Вот, правильно, начнем. Ага, заперто здесь. Тут нет. Вон добра сколько. Так, нет, убери-ка автомат. О, здесь нету никого. Разобраться. Отлично. Это машина. Надо в часе заберем ее. Ох. Добро. Большое забираем. Летень явно не будет. Заперто, заперто. Угу. А ничего есть. Они их в плен взяли, куда они прибежали, че? Куда вы сбежали там? Зачем вообще сбегали-то? Девочки маленькие, да? Ну, там, конечно, пацан их умер от этого, от заразы там, блин. Уж испугались, блин. Ральф умер. Счастливый, блин, пацан. Так, слушай, а держишь, что здесь был? А, точно. Ну вот они все, здесь у нас еще. А как нам туда пробраться? Ну ладно. Стоп. Награду.
включим пока кассетку, пока мы будем там. Спасем детей. Snake, you remember the White Mamba? Помним, помним. Of course, he's been going by Eli since we brought him on base. Eli, это белая мамба. He was the leader of the child soldier unit we took out of that village and into our protection. Well, according to the kids you brought back here, all the escapees were especially close to Eli. There's reason to suspect he's behind all six escapes. We've already detained him. I'll be questioning him shortly. Uh-huh. Wait, wait. You'll be? Ocelot. You're incapable of taking an impartial stance with those kids. Question them all you want. It'll get you nowhere. Ocelot, you get too many kicks from your art of interrogation. It's not a matter of art. It's about quick, minimal strokes of psychological warfare. That's what gets the answers. And it's the best way to keep both questioner and subject safe. The risks only increase the more an interrogation drags on. At that point, it causes as much pain to the inflictor as the inflicted. Like I said, too many kicks. Да, вот кто мазохизм, блядь, под опросом с этим. Otherwise, it'll be too little, too late. I know that. And besides, I know the subject. I won't go overboard with a kid. Forget it. You're not needed. Snake, we'll want to question the other kids too. Be sure to bring them all back. Так, понятно, походу, там белая мамба здесь замешана, что-то. Разберемся. Кто замешан, кто нет. Мы же тебя взорвали, ты чё не слышишь? Ты бронировал, что ли? Что провалено? Что там провалено? Ну, бойцы внешне сзади провалили, что ли? А там отряд отправил на внешнее задание. Наш танчик помог, пускай отмолится. Здесь мы проходим. Не значит. Отлично. Там вообще нет. Конечно, можно на вертушку, но вертушка, думаю, на самбазу опять увезет, потому что там база нет. Ну, сейчас прокатимся что-нибудь, погодка повыше. Свежий топлик, дождик поливает. Помесим грязь, грязь танки не боятся. Страшно, но много видно. Разгоняемся, березки шибаем, типа березки, местные пальмы, африканские березки. Поджарил молнию, прям землю шахнуло. Так, бог пуст, страшно. Нет. О, надо погнать, надо просто. Здорово, пацаны. Как служится, нормально? Маленько лезет. Фуруха наведет. Да ложись, ложись. Не мучайся. Чего, клаца? Пацаны, врач бежит. Бежать. Ты же лежать. Сам держись, бежись. Тихо, стой. Тебе все полетишь, что ли? Почему не надо взять? Что там? А? Клаус,
Пинты не забираем. Так, не дотерпел, да? Не зря мы все забежали. Чертежи нашли. Спецэффекты здесь. Там кого удержите? А мазики? Пленников нету здесь. Это скучно у вас здесь. Пулемет забрать. Двигаемся, двигаем дальше. Спецэффект, как мне пропустить? Ну, мы сейчас так сделаем. По приколу. Развернем. Ну, первый пулемет переключаемся. Когда переключаешься на пулемет, то пушка не двигается только пулемету. Вверх вниз. А, пустая пушка на смотрит. Так, прикольно будет. Так, где же заишь-то? Надо подбором. Видите, да? Сейчас летит птичка. Почти приехал еще до этого, но если мы дрифт сделаем, то по правому лево. Ладно, спускай. Пушку разрушили, все просто. Да-да-да, догоняйте вас. Да, ракеты не стреляйте. Вот здесь надо объехать, значит. Давайте вот так заедем, попробуем. Заедешь. Опа, ты не переворачивайся. Нет, какой-то нас. Чуть-чуть не попал. О, как тебе везут-то. Падай. Машинка. Что забрать? Ладно, сейчас не. Нам вниз. Прокатились. Улетел, все. Даже не упрощался. Ладно, если бы напарника вызвал шагоходы, то молчу, мне исчезнет. По краешку бежим. Потому что там явно на танке не проехать, потому что дороги нету. Какое-то ущелье или типа того. Так. Ну там уже точку для молчу не собрать. Extraction arrived at the mother base. Так, еще одна. О, блин, здесь далековато нам пилить. А, хотя можно проехать, если вот так вот пока. Я тут раз дорогу не видел. Ну, тогда вызываем танк заново. С по этой дороге поедем, поедем даже приехать. О, сколько добра-то здесь. Так, сброс припасов. Транспорт. Please, supplies requested. Прям на башку нам кидайте.
Так, значит, нам потуда ехать, и потом так, Тихо, у нас не падает. Починить-то нормально все, да? Еще фары. Фары все работают. Давай, 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 разгоняйся. Давай, там что, дурочка? Надо дурочка-то не почем. Электричество глупое. Дальше, дальше, потом поворот, там должен быть где-то. Вот этот. О, черт, тихо, тихо. Вон здесь, ну, туда зачем-то. Добрый есть. А, это шахта, бля. Я только сейчас в шахту не упасть. Опа, опа, бочка. Что такое? Это не конец. Жахнули. Прямо в пику заехали. О, хо-хо-хо-хо. Даже высунуться не дали. Quit kidding around. Snake. Интересно, правильно заехали-то? Snake. Да. Так, давайте глянем. А мы очень туда заехали. Конечно, мы в шахту заехали, блин. А там жарило, блин. Нас зажарили, блин. Жарили, блин. Они бы сказать не успели. Очень учитывая, когда я забился. Вот она, дорога была. Туда свернули. Хорошо. Шахта не нужна, мы там уже были. Детишек спасали, алмазы собирали. Чем там только не делали. Просадочка. Нет, тихо, нет, нет. Ужас, на танке что творим-то, блин. Нет, берем бочку-то. Ой, кутенькие ежи по нас тыкали здесь. У нас танк-то, блин, каскадер, блин. Да, не, не. Да, не попадем. Умеем матрицу на танке делать. А, ну что, 1 километр остался. Мы уже будем рядом. Мы на то не отвлекаемся. Мы на что не отвлекаемся. Едем, едем. Это нужная точка. База там, деревушка. Еще шахта нужная. Узнаем. Это поворот. Тихо, отлично. Тормоза более-менее работают. Ну-ка давай еще, могу гусеницы. То есть на этой стороне. Здесь какое-то колесо. Вот, зуба закрывается. Двухпольский, наверное, пускай отдыхает. Они даже нас не заметили. Подумали, это свои. Так, я не считаю. Есть следы транспорта.
Они реально думают, что они свои, а танк свой. Блин, если мы тут вставали, себе забрали. Покрасили там. Наклеечку, эмблему нашу приделали. Back, they'll just end up getting killed. Неужели тут опять эти прокачанные бойцы, которые мы в предыдущей серии забирали? Ну, если они, то веселее будет. Да, они стоят. Тут база стоит. Ракета. Ага. Чёрт, как это вернулись. Перегрев. Очень оно бегишь. Ты нас-то пасёшь-то? Гуля что ли? Иди туда, куда-нибудь. Иди гуляй, блядь. Там вот нас спасёт. Позицию, чтобы она тоже перебазилась. Осталось. Вот здесь с ракетой же не надо. Давайте пересмотри. Жди по полюху. Не видно нифига. А-ха-ха. Ой, я насижу. Да выезжаешь. Мать себе. Брать себе коски. Сучки делают. А, на машине приехали. Это кто? Несколько залпов подряд там было. Вертушка, что ли? Там явно не базуки-то было. Ну, там шмальнули, так шмальнули на душу. Так, вон он. Ну а чё, ни толку нету, где он? Поддержка с воздуха отпускала, сильно. Спасли, мы поднимемся. Так. А от вертолета больше толку будет. Что-то мы очень как-то нас здесь подвело, блин. Надо позиции стало и стоило. Все, то есть. Ну, долго там-то лететь. Это должна уже пролететь, блин. А, улетит. Слышно. Вот, помогать.
А, со щитами, блин, что такое он? Чем стреляешь? Вот отлично. О, как мы его прокачали, его нажать. С пушечки поставили. И теперь насрать на все ракеты, блин. О, а что я там уже вас убил? Давай, Зорик, мучи всех там и всех. Это много плохо. Подбили, да, тем маленько покоцали. Курил мы их всех. Отлично, да. Стурелечек. Ракетами шмаляет. Взрывает чёрт их с собой. Во! ДТ-шка летит. Сейчас Боня будет. Ты не где-то наш. Наш тоже подбит, она уже полетел туда. Не знаю, от кого атаковать. Воевать надо. Пойдемте штурмовать. Блин, звуки такие, блин, потому что палец. Так, подвал закрыт, значит где-то наверху. Должен быть. Ага, слышу, слышу. Блин, их не убираем. У нас работает, так, яички нам не надо. Здесь еще какие-то приколюшки. Давайте, давайте, подмогу сюда, все зовите. Опа, нашли. Ой, блин. Гранату кинул, что ли? Дурак помещает. Дебил законченный. По ногам, блин. А, перезарядка грубая. Ай-яй-яй, бежим. Там тоже мне гранату писать. Один, что ли, с такими гранатами? Крис, ну вы, я же пошутил, блин. Да, блин, ты делаешь, Снейк, блин. Выкинь эту коробку. Как ты творишь, блин? А ты выкинь эту. Так, все, пацаны, нашли, да? Жахнул, блядь, своих всех, блядь. Да, да, не буду тебя убивать. Так, где-то здесь должен быть. Что это было? Тихо. Понял. Давайте повыше заберемся.
Связи будете. Да, сверху зашкирился, что добить его. Ты уже лежишь, что ли? Молчали, что ли, если поработал? Так, внизу там что-то. Ну, миномет там. Блин, турельку вертушка взорвала. Ну, ладно, понятно. Давайте миномет и пулемет заберем. Отлично. Водопадик красивый местный. Зону покинем, да? Все здесь? Да? А хотя зону покидать даже не обязательно уже. Даже побочное задание мы выполнили. Все. Все отлично. Детей вернули. Только двое, что ли, сбежало? Я думал, больше того сбежало. Так сказали, что много детей сбежало. Ну да, я сбежал. Да, конечно, от ракет там не поворачиваюсь, нахер. И особняк тоже нехилый. А можешь у тебя залезть? Нельзя что? Ну ладно. Где наш там наша серебрянка? Как он тебя пострелит? Как ты типа, на тебе сияешь, не сияешь? Бля, закусала вон. Ну, сиять более-менее. Конечно, солнце-то лучше. Ну сейчас уже 2 часа, 3 часа, 4, 5. Да ты, блин, куда ты? Ты курево, сдохли, что ли? Курево точно. 11-12. Сейчас ночь, 2 ночи. Да я что, сутки что ли пройдет? Да все хорошее. Эй, какого я что, опять что запустил? Ну, блин, все тормози. Ну, так оно более-менее. Да-да, мы тебя видим. И ты наш явно видишь. С такой винтовки-то. А у нас там, блин, пуку какая-то. Играем со смертью, блин. Ну, я знаю, если попасть в нее, что потом будем шкириться от нее, блин, бегать.
попался банан. Итак, друзья, на этом мы-то остановимся и продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.